Фасад областной библиотеки преображается на глазах. Рабочие меняют всю облицовочную плитку, ставят новые окна и ремонтируют кровлю. На эти цели из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей. Так как библиотека является культурным центром нашего города, очень бы хотелось, чтобы она была красивая. Вот, в рамках этого и безопасной для читателей и сотрудников. Поэтому проводим такие работы. Областная библиотека существует в Самаре с 19 века. Собственное здание на проспекте Ленина книжное хранилище получило в 1989 году. С этого времени ни одного масштабного ремонта фасада не было. Несмотря на строительные работы, библиотека работает в обычном режиме. Главный вход библиотеки будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ, но доступ читателям в библиотеку будет разрешен через другой вход, так называемую Боярскую галерею, которая находится с противоположной стороны здания. Закончить ремонтные работы в областной библиотеке планируют до конца декабря. Лариса Шлафаст, Владислав Манин, ГИС «События».